А до нашої студії завітала Дубчак Карина, розпорядник балу. Балу, який відбудеться у нас у місті, тож вітаємо тебе у нас у студії. Доброго дня, дорогі телеглядачі. А там буде і дрес-код спеціальний, я просто дивився афіші. Розказуй, як возникла ідея взагалі? Наш бал проводиться уже 17-й год. В 1999 году наш скаут-лидер Семенков Анатолий Владимирович основал в городе Николаеве молодежный классический бал. И вот уже такую традицию мы поддерживаем и каждый год проводим его. 17 лет – это уже целая история. Да. Скажи, пожалуйста, вот Сережа спросил по поводу дресс-кода. Действительно ли существует? Да, будет дресс-код для дам, естественно, это платье ниже колен и в пол. Прическа, естественно, макияж. Для кавалеров это костюм, фрак или классический черный низ и белый верх. А скажи, цветовая гамма, допустим, при выборе наряда у дам, мне вот это очень интересно, имеет значение? Я думаю, не имеет. Все платья очень красивые, постоянно, когда приходят к нам на бал, ну, на этом мы акцент ставим. Раскрой нам немножко карты, как проходит подготовка? Я знаю, что наверняка идут репетиции. Да, вот уже ровно через неделю, в следующий вторник, 8 числа, у нас начинаются репетиции. Они будут проходить в актовом зале строительного колледжа. Можно прийти посмотреть? Конечно, можно приходить, приглашаем. Все желающие, внимание, телезрители, кто хочет немножечко коснуться репетиции, может прийти и посмотреть на все происходящее своими глазами. А возрастная категория самих участников? У нас нет возрастной категории, правда? Мы рады всем. То есть те желающие, кто решил, что он хочет и участвовать? Да, и деткам рады, и взрослым парам, которые придут. Одевайте свои фраки и идите. Расскажи же, что же нужно, если вот мы решили, Сережа, что мы хотим участвовать, допустим? Да, мы решили, да. Вы просто приходите, у нас репетиция будет по вторникам и четвергам в актовом зале, как я сказала, строительного колледжа. Репетиция начинает в 17:30, вы приходите и будем учиться танцевать. А сугубо теоретически, напомните мне, пожалуйста, тому, кто в танке, во сколько по вторникам и четвергам? 17:30. Хорошо. Ну, чисто теоретически вдруг я захочу. То есть вторник и четверг, именно тогда, когда у нас с тобой эфиры, мы еще будем учиться танцевать. Да, а вот вы прямо обучаете танцы или вот нужно прийти уже с ровными ногами? Вот? Ну, можно приходить и уже с навыками, то, что умеете танцевать вальс, но на наших репетициях мы будем изучать также и бальные народные танцы, это полька, бельгийский танец, рок-н-ролл. То есть программа очень обширная? Обширная, у нас много танцев. На самом балу будут проходить конкурсы различные, игровые конкурсы, и будет конкурс на лучшую пару. А сколько вообще планируется пара? Я понимаю, что загадывать нет смысла, то есть, есть ли какой-то лимит участников? Лимита нету, а к нам на бал приходят около 200 человек. Достаточно много. Ого! Да. Если можно посмотреть фотографии. Да, это вот мы подготовили афишу нашего бала. Ну, афиша будет немножко позже. Да. Вот. А сейчас мне бы хотелось узнать все-таки, я люблю всех организаторов спрашивать, с какими трудностями вы сталкивались, как это все организовывать, сколько человек было задействовано, потому что я сам немножко прикасался к такой работе организатора, и мне интересно, как у вас это все происходило? Самая большая трудность это найти помещение под репетиции. Вот у нас мы ежегодно сталкиваемся с этой проблемой, но нас поддерживает администрация строительного колледжа, и они нам предоставляют помещение для репетиции. Это помещение должно располагать какими-то определенными размерами? Желательно, чтобы помещение было побольше, чтобы больше пар смогло прийти и научиться танцевать. Но помещение у нас, так скажем, небольшое, но в тесноте да не выглядит. Еще я знаю, что все желающие, кто хотят принять участие, либо, опять же, каким-либо образом прикоснуться к балу, могут найти вас в соцсетях. Да, естественно, можно у нас ВКонтакте, в Фейсбуке, есть группа нашего мероприятия, так и подписана «Молодежный классический бал 2016». Судить кто будет? То есть, вы же будете жюри будет оценивать участников, правильно? Жюри у нас будет
будет, это же сами зрители. По аплодисментам мы будем определять. О, как это мило. То есть такие масштабные конкурсы зрительских симпатий будут происходить? Ну да, можно это сказать. Кто привел больше друзей, тот и победил. Ну я шучу, конечно, но навряд ли такое будет. Скажи мне, Сереж, ты уже подготовил, обдумал цветовую гамму? Фрак? Фрака, да. А, ну, девочек все посложнее, вам нужно выбирать цвета, у нас же более такие простые. Ты понимаешь, я очень переживаю, чтобы наши платья и фрак гармонировали, а я уже задумалась над выбором платья. Белая рубашка, темный фрак или темно-синий, темный фрак и все. Какие проблемы, правильно говорю? Или, ну, или какие-то цветовые гаммы есть запрещенные для мужчин? Я думаю, что если в розовом фраке мужчина придет, вряд ли... Или в оранжевом ярком. Можно перепутаться сейчас. То есть все желающие могут присоединиться. Да, мы всех приглашаем. Хотелось бы еще раз услышать, где проходят репетиции, чтобы наши телезрители могли записать себе, запомнить. Репетиции будут проходить с 8 ноября. Будут это вторник и четверг в 17:30 в актовом зале строительного колледжа. Ну что ж, спасибо тебе, Кариночка, большое за такую информацию, за подготовку к такому мероприятию. Мы обязательно подумаем над тем, как бы поучаствовать. Ну, мы подумаем, Сергей зараз думает про це. На стадии роздуму, на стадии готовления до роздуму.